Добрый день, дорогие друзья, с вами Игорь, это ProTuning на российской 313. К нам в работу заехал Чанган, автомобиль приехал на несколько услуг и есть о чем рассказать. Мы, наверное, не будем рассказывать сейчас, как обычно, о проекте, как об автомобиле, а такая немножко новая рубрика – это «Мысли вслух». Как можно потратить деньги на автомобиль, но при этом сэкономить на нем в будущем. Сегодня речь будет идти о тюнинге. Начнем вот как раз таки на примере этого автомобиля. Что на нем будет делаться? Во-первых, это оклейка всего кузова в прозрачную полиуретановую пленку для его защиты. Многие боятся, не хотят тратить большое количество денег, чтобы его защитить, потому что, ну, как бы внешне у нас ничего не меняется, автомобиль остается абсолютно таким же, каким он был до этого. Визуально у нас ничего абсолютно нету нового на машине. Зачем нужна эта тоненькая пленка, которая вроде бы ни от чего не защищает абсолютно при использовании? Но это не так. У нас, кстати, есть ролик, в котором мы делаем краш-тест этой пленки. Можете тоже перейти на канал, ознакомиться с ним, где мы показываем, что это реально работает. Так вот, допустим, при покупке автомобиля нового, как, например, этот, в идеале его изначально полностью оклеить. Или если не полностью, то переднюю часть, чтобы защитить основные элементы, которые у нас страдают от пескоструя, от камушков, мелких ДТП, притертости на парковках у нас очень часто бывают. И в будущем при езде на автомобиле, при его продаже, это снижает его рыночную стоимость. То есть у нас страдает окрашенное покрытие, появляются какие-то недочеты, которые, естественно, будут снижать его цену на рынке. Если мы оклеиваем машину в полиуретановую пленку, первое, какую мы задачу закрываем, это сохранение лакокрасочного покрытия. Автомобиль будет как новый абсолютно, все царапинки, которые будут появляться, они будут у нас, собственно, на пленке. Тем самым автомобиль будет в идеальном своем состоянии. То есть при его продаже мы продаем автомобиль, который лучше выглядит, который у нас не зацарапанный, не потертый и не отпескоструйный. Естественно, он будет цениться дороже. И если, допустим, даже если есть какие-то мелкие ДТП, вы можете даже сэкономить на самом деле на ремонте. При этих вот казусных ситуациях полиуретановая пленка берет весь вред на себя, тем самым сохраняя наше лакокрасочное покрытие. Машина у нас сохраняет в стоимости при продаже. И второе, это будет очевидным бонусом для следующего покупателя, то, что автомобиль уже оклеен в полиуретановую пленку. То есть не нужно будет заботиться о его защите, потому что на автомобиле это уже сделано. Итак, два фактора, которые увеличивают стоимость машины при ее продаже. Это, естественно, сохранение ее внешнего вида. И второе, это уже наличие защиты на кузове автомобиля. То есть еще один лайфхак, которую можно сделать у нас ProTuning, это защита автомобиля не только снаружи, сверху его кузов, а и снизу. Вот, например, многие китайские автомобили снизу у нас вызывают иногда вопросы, потому что, вот, допустим, на этом Чанган абсолютно отсутствует какая-либо антикоррозийная обработка днища, несмотря на то, что у нас присутствуют вот такие вот пластиковые защиты. Как это будет работать в будущем, точно сказать нельзя, потому что вроде бы у нас защита имеется, но тут же у нас просто загрунтованный металл, который никак абсолютно ничем не обработан, кроме заводского герметика на сварных швах. Что можно сделать, чтобы защитить все эти части автомобиля, чтобы у нас не появилась коррозии в будущем, которая тоже очень сильно пагубно влияет на стоимость автомобиля? Это нанесение антикоррозийной обработки на днище автомобиля. У нас есть специальный состав, который работает в двух направлениях. Первое, это, собственно, защита металла от появления ржавчины, коррозии. Второе, это добавление шумоизоляции в салон автомобиля. Ну, то есть у нас специальный такой материал, он на битумной основе, он такой мягкий, и все мелкие там камушки, дождик иногда, когда у нас идет, задние колеса раскидывают всю эту воду по арке, она бьется об нее, тем самым вызывая прям большой такой шум в задней части автомобиля. Собственно, шумоизоляция напыляемая у нас будет от всего этого защищать. Раз уж мы затронули тему шумоизоляции, то стоит еще добавить, что помимо напыляемого материала, который вот этот двойной эффект нам дает, можно еще сделать дополнительно оклейку виброизоляции задних арок и передних. Это еще более действенный вариант от того, чтобы защитить автомобиль от попадания шума внутрь салона. То есть еще раз подытоживаем такой промежуточный итог. Это первое, то, что мы можем оклеить машину снаружи, ее лакокрасочное покрытие сохранить, само лакокрасочное покрытие, его стоимость. И второе, это мы можем защитить машину снизу, тем самым у нас будет
такая преграда от появления коррозии. Ну и такой будет приятный бонус, то что у нас будет более низкий уровень шума в салоне. Еще одной доработкой, таким даже комплексом доработок, который может повысить стоимость вашего автомобиля в будущем, является дооснащение его. То есть можно, допустим, переоборудовать салон автомобиля, доустановить экраны для задних пассажиров, поменять головное устройство автомобиля, добавить доводчики дверей и многое-многое другое. Все это, естественно, у нас повышает уровень комплектации автомобиля. Можно даже на самом деле сделать эти доработки штатными. То есть на BMW, например, поставить штатные экраны от старших своих версий, от старших комплектаций. И тем самым, естественно, у нас автомобиль превращается в более богатую свою версию. И, естественно, это тоже у нас сказывается при продаже автомобиля напрямую на его стоимости. Это самые основные три доработки, которые повышают стоимость вашего автомобиля. Делают это прям очень явно. Естественно, есть большое количество других работ, которые вы можете сделать у нас в компании. Это детейлинг вашего автомобиля, забота о нем, то есть полировка, керамика кузова, мойка после зимы подвески, химчистка и так далее. Это все, естественно, тоже у нас делает небольшой вклад в конечную стоимость автомобиля, показывая, что владелец заботился о нем, естественно, ухаживал за своим автомобилем. Можно ставить обвесы на машину, можно как-то стилизовать их и так далее. Но это, естественно, уже на вкус и цвет. Если что, вдруг мы в этом тоже можем вам помочь. А вот эти три момента — это самое основное, что рекомендуется делать практически абсолютно на всех автомобилях. Ну, естественно, если вы хотите выполнить комплекс услуг на вашем автомобиле, обращайтесь в компанию ProTuning. Не забывайте про наши тюнинг-центры по адресу город Краснодар, улица Российская 313, где мы сейчас и находимся, и улица Уральская 35. А если вы хотите продать свой автомобиль, обращайтесь в наши автосалоны ProTuning. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк и писать комментарии.